я решил сделать самый необычный подарок своей девушке. Всем общий чик-чирик, у моей девушки скоро день рождения. Я захотел сделать необычный подарок, который она точно не ожидает. И нарисую ее глаз в своей стилистике. А знаете почему? У нее самые завораживающие голубые глазки, которые всегда на меня смотрят, и мне становится очень приятно на душе. И мне очень хотелось передать все эти чувства, которые я испытываю в работе. Многие говорят, что глаза — зеркало души человека. Так вот, вы бы только знали, какие у нее глазки. Самые добрые, чистые и необыкновенные девушки. Именно поэтому я использую различные голубые оттенки маркеров поиска. Возможно, сейчас многие парни или девушки скажут, что это вообще за подарок такой? Слишком странный. И зачем ты вообще это сделал? Лучше бы подарил то, что девушка будет использовать в жизни. Но я думаю, что подарок, сделанный от души и всего сердца, это самое лучшее. Вот такой рисунок у меня и получился. Как думаете, ей понравится? Хотите увидеть ее реакцию?